роман. А эти ароматы, эти ароматы. Всё. Отмена подогрева. Всё. Жух. Сейчас я подам еще одну тарелочку. Аркадий Паровозов, Аркадий Паровозов. Блин, прикиньте, снимут блокбастер про Аркадия Паровозова. Аркадий Паровозов в кино. Так, еще чуть-чуть. Так. Ну, вроде почти поровну. Блин, а если бы это с нашими именами были какие-нибудь супергеройские штучки? Ванёк, ты бы как себя назвал? Ну, вроде всё. Иван Спаситов. Нет, Спасателев. Или, не знаю, как там. Иван Электрик. Супер-музыкант. И Дима вокалист. Дима вокалист. Так, а, наверное, я рановато ложечку вот убрал. Давай, салатик. И булочка с кунжутом. Так, сейчас. Блин, наверное, виночку дайте. На всякий случай. А ты бывали у меня случаи, что котлета улетала не туда. Так, раз. Исчезновение. Я думаю, ложки в салат накладывать. Жари с вилкой есть. Ресторан, короче. Ресторан Дивафе. Или Февади. Или Иван Дефи. Иван Див. А, не поровну получается. Ну, по букву там еще что-то. Февади. Февальди. Фивальди, блин. Ну, как-то так. А из напитков чай. Из напиточков чай. Да, ну все. Садимся пробовать. Присаживаемся. Ну все, уже будет. Ну, если команда тут моя, да? Будем дегустировать. Итак. Непонятно, но ты еще. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. И вам. Рис классненький получился. У меня рис вообще кайф, да. Давайте попробуем курочку. Медиум рейр. Медиум рейр. Это очень вкусно. Ну прям действительно как в ресторане.
Угу. Красотища.